Всем привет. Что-то мне так понравилось записывать видео. Сейчас мы идем опять по парку гуляем, потому что в городе делать нечего, жара. Тридцать градусов сегодня. Это вообще жесть. Просто все вешаются. Мы идем к воде. Возможно, искупаемся. А может быть и нет. Не знаю. Но мне кажется, она такая грязная вода, такая не очень. Какая-то она. Там бутылки всякие валяются. Всякая другая чушь. Как-то не очень хочется. Но если почистили, надеюсь, что почистили, то я искупнусь. Вот такая вот красотища. Водопад реально клевый, я не знаю. На меня вчера в группе так напали. Сказали, почему ты сказал, что это водопад хороший? Ну, потому что он стоит 230 рублей. И это лучше, что за эти деньги можно купить. Конечно, есть и за 700 рублей на Али, я не спорю, но это реально лучше, что может быть за эти деньги. Он не люфтит, я его прокрутил, вот, выдвигается нормально, ничего это, все крепления на месте, все на месте, ручка хорошая, прорезиненная, тут еще вот штучка такая есть, что мне нравится. Договорился насчет велосипеда. Может быть, завтра поеду гонять на велосипеде. Будем кататься на велосипеде. Поездим чуть-чуть. Далеко лес клевый, да? О-о-о! Все, поехали. Пошли дальше. Еще до речки. Минут 5 идти, наверное. Я не свиньи. Хотя какая разница? Так. Про поездку в Китай. Поездка в Китай, да, будет она. Скорее всего, осенью. Осенью я хочу поехать в Китай. Делать там непосредственно обзоры всякие, там влоги, потому что Китай — это интересный город. Будем ходить вот с селфи-палочкой и буду вам снимать всякие интересные места, там не знаю, в Шэньчжэнь съездил, в Гуанчжоу, в Пекин, конечно, куда без него. Это очень жарко, плюс 50. Другие блогеры, кто был, кто есть в Китае. Оп-оп-оп. Все говорят, что очень там жарко. Ух-ты. Блин, и пух, жара, и люди. Кто-то пошел, у нас на балконе тоже пух. Так что, в Китае собираюсь, возможно. Да, не останусь, кто не шутит. Потому что меня уже давно звали в Китай. Из кое-какого магазина. Вы прекрасно, надеюсь, знаете, какой магазин всегда зовет молодых блогеров в Китай. Если нет, то я вам тоже не скажу. Нельзя. Да? О, сколько там людей купаются уже. Вообще сегодня рабочий день. А все на работу не идут. Все загорают, угорают, улыбаются. Да я же один. Унылый говно. Вон сколько черничника, смотрите. Не видно, наверное. Вы не представляете, кто нажал на стоп. Смотрите. Кустик рябинки нажал на стоп. Представляете? Ладно, все. Пошли обратно. Про поездку в Китай.
Надо готовить абсолютно все. От загранника. Ну, деньги, в принципе, есть немножко. 1100 их хватит, наверное. Не знаю. Но нужно еще зарабатывать, где-то идти. Надо еще, потому что от Ютуба я не получил ничего ровным счетом. Потому что подписчиков у меня немного, просмотров есть, но подписчиков нету. Хотя от подписчиков ничего, в принципе, говорят, не зависит. Все дело в просмотрах. Ну, просмотров, в общем, у меня рейтинг, по-моему, 90 тысяч просмотров на всех видео. Так что, пожалуйста, подписывайтесь, комментируйте. Смотрите мои видео. Будет улучшаться контент. Ну, куда уже лучше, но буду стараться. Фух, вообще жарко, жарко. Не искупался так. Нафиг. Вода вообще грязнущая. Кстати, я вам ее не показал. Но я показывал в предыдущем видео. Я оставлю обязательно это видео. Ссылочку под этим видео. Вы посмотрите, какой у нас так называемый пляж. В каком он состоянии, убитым, никому не надо. Рыжая гвардия отдыхает на Мальдивах где-то, ну это мэр у нас, Рыжая гвардия. Деньги им перечисляют и говорят, все нету, как так нету, блядь. Перечисляют большие деньги к нам в город. Их тупо ни у кого нету. Хотя там рыжий себе купил. Дачу где-то там. В каком-то курортном городе, по-моему. Где-то в Черногории, по-моему, что ли. Потом квартиру. Хотя он раньше до мэра был каким-то обычный работяга. И вообще жил на съемных хатах. Сын у него наркоман, дочь проститутка. Ну, все таки есть. Вот так вот и живем. Нету денег, нету работы в городе, ничего нету. Сматывать надо отсюда, да? Нет, это прекрасный город, он красивый. Правда, люди здесь живут очень злые люди. Не знаю, с чем это связано, хотя город, там название красивое. Наверное, меня вообще не видит, хотя нет, что-то видно. Вот так вот и живем. Ну ничего, выдержим, все. Мы же русские, да? Все вытерпим. Вот, поеду в Китай. Ну, на месяц-то я точно поеду. Вот. Посмотрю, себя покажу. Вот. Как-то вот так вот. Идем. Грустно, правда. С одной стороны. Не вернуть тех времен, когда нам было хорошо. Не вернуть ту компанию, когда было нам так легко. Ну ладно, всем спасибо. Подписываемся на канал, обязательно буду делать новые видеообзоры. Все. Всем пока.